На территории завода «Азовсталь» в Мариуполе находится около 3500 украинских бойцов. Об этом сообщил представитель так называемой Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин. «Мы предполагаем, что в Мариуполе остаются 3000-3500 бойцов. Учитывая то, что жители Мариуполя тоже могут взяться за оружие, это число может увеличиться», – отметил Басурин. Напомним, что полк «Азов» распространил кадры уничтоженных в Мариуполе боевых машин и военнослужащих российской армии. Вы уже навоевались, пацанва. Хорошего понемножку. Уничтожил!